А следующий коллектив под названием «Лаборатория ветра» образовался в 1997 году. И вот уже на протяжении 12 лет группа активно гастролирует и не только по России. Ну, к сожалению, лаборанты отказались озвучить свои регалии, поскольку их долго нужно будет перечислять, да? Но с радостью, скажу я вам, приняли наше предложение поучаствовать в нашем концерте, в котором мы сегодня поздравляем вас, милые дамы, с Международным женским днем. С праздником! Лаборатория ветра! Одно из идей концерта было посвятить музыкантам, которые не смогли присутствовать на этом концерте по поводу смерти. То есть в каждом коллективе есть такие ребята, которые погибли, умерли. Вот мы хотели первую песню посвятить как раз им, которая называется «Молитва».
А, да, тоже про музыкантов, которые, в общем-то, занимаются музыкой, но при этом еще ходят на работу. То есть про самодеятельных музыкантов, коими мы являемся, называется «Хорошее дело». Хорошее дело взяться за плуг. Хорошее дело поле вспахать. Вспахал, но не проходит испуг. Взял гитару и не помнишь, как аккорды брать. Вот так.
сожаления, плачет, плачет.